Я передаю слово арт-директору киноконцертного зала «Панорама» Светлане Шепет, которая расскажет о том, какой сюрприз ждет жителей и гостей областной столицы 9 мая вечером. Добрый день, дорогие друзья! Совсем скоро мы будем отмечать праздник Победы. День Победы – великий праздник, праздник радости и скорби. Никто не забыт и ничто не забыто, и это правда. Вот уже 77-й раз в небо взмоют искры счастья – праздничный салют. И если вы хотите увидеть главное событие этого вечера – фейерверк с лучшей обзорной точки города, насладиться бодрящим воздухом уходящего дня, снять фото на фоне заката, значит, вам в панораму. И даже плохая погода не сумеет испортить праздничное настроение. Ведь на непогоду есть ресторан «Панорама», где можно замечательно провести вечер, где гармонично сочетаются интерьер с высоким искусством кулинарии и прекрасным обслуживанием. Я приглашаю вас отметить праздники в нашем комплексе «Панорама». До новых встреч! Будьте здоровы и счастливы!